Среди типов персональных данных, которые собирает приложение Kyasha самостоятельно или через третьих лиц, следующие: cookies, данные использования, адрес электронной почты и географическое положение. Любое использование cookies или других инструментов отслеживания приложением Kyasha или владельцами сторонних служб, которые используют приложение, если не указано иное, то служит для идентификации пользователей и запоминания их предпочтений с единственной целью – предоставления услуги, в которой нуждается пользователь.